Питерфуд, день 2. Продолжаем знакомиться с нашими гостями. Михаил, как настроение? Настроение великолепное. Очень интересная выставка, очень продуктивная на данный момент, как я считаю. Круто. Расскажите, какую компанию представляете? У нас компания ООО «Олимп». Мы производственно-дистрибьюторская компания. Основной вид нашей деятельности – это была реализация продажи импортных напитков Coca-Cola, Fanta, Dr. Pepper, вот, импортного шоколада Milka. Теперь в связи с расширением наших горизонтов и возможностей мы ушли в производство. Это производство премиальных сыров торговой марки «Сырмейстер» и производство мяса, да, так как и копченого по особой технологии в натуральном дыму, и также охлажденного всех видов. Все интересуются сегодня на выставке такими эко-трендами, насколько продукты, которые все компании производят, соответствуют экологическим стандартам и нормам. Как обстоит у вас с этим дело в компании? Это основная наша концепция, потому что наша продукция «Сырмейстер» и «Мейтмейстер», она имеет только натуральные специи, натуральные ингредиенты с короткими сроками, без добавления каких-либо химических составов, добавок. Какие основные KPI ставите перед собой здесь для посещения этой выставки? Это, наверное, больше увеличить долю рынка, увеличить представленность и, конечно, коммерческие результаты в плане переговоров с сетями и ключевыми игроками рынка. А будете принимать участие в Питерфуд 2020? Но вот уже можете оценить как бы эффективность своего присутствия здесь? Наверное, на основании текущей выставки однозначно да. Да, да. Ну, круто. Тогда я надеюсь, что оставшееся время, которое проведете здесь на выставке, пройдет для вас и для вашей компании максимально эффективно. Новые потребители и конечные потребители придут к вам, будут заключать с вами договора, и мы с большим удовольствием скоро будем дегустировать вашу продукцию, которая будет располагаться на всех полках Санкт-Петербурга и не только. Спасибо.